значит, закончился рай. Здесь момент, что было осталось, что будет мираж. Времени нет, и обман запускает секунды в тираж. Времени. Что заезд за чемпионство в сезоне? Самый ожидаемый заезд. Боже мой! Боже мой! Ты сегодня концерт организовал? Тебе смотри, сколько зрителей пришло. Да, это ко мне сегодня сольный первый. Мы увидели, что... Просто, Сочи, мы тебя обожаем. Сочи. 16-11. Сочи. Олимпийский. Стадион Фиш. И после нее перед перекладкой... Мы вместе с Данькой, как вы видите, сколько людей собрали. Будем на футбольном поле петь. Мы придумали это, мы это сделали. Мы сделали это. Мы сделаем это. Чарли отстает от Некита. Здесь прилипает вплотную. Умничка, какая перекладочка! Не тяни, Чарли, Чарли! Что, Цареградцев, Исаак? Ваши комментарии. Да. Знаешь, что самое обидное? Авария на чемпионстве. 157 километров в час было разница. 153. Начали колеса вращаться. Опустил ручник, нажал на правую педаль. Ну тут-то его Сергей стал. Короче, рассказываю, что вообще происходит. Гоча сейчас, если проходит дальше, то он может стать чемпионом. И Цареградцев, соответственно, тоже. Рома Тивадар улетел в стену, все, он уже не участвует в борьбе за чемпионство. И Дамир Кайдиатулин, ну, соответственно, тоже. То есть сейчас решится либо Гоча, либо Царь. Царь прошел дальше. Сейчас нужно Гочу выиграть Лосева. Максимально все на эмоциях. Нервы зашкаливают. Пока не изобили один. Дань, ты за кого болеешь? Василий Корочков проверил. Ребят, давайте уже жить дружно. За кого? Лосев, Гоча. Смотрите, в каком отличном состоянии Сильвия, особенно если вспомнить, как ее переживало через ЕС. Тут то же самое, короче. Короче, эмоции зашкаливают. Смотрим заезд. Дальше. Красавчик.